День физкультурника в нашей стране отмечают с 1939 года. И это праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. Своим его считает и Максим Ткачев. На протяжении нескольких лет в начале августа он отправляется на стадион ИКАР, чтобы проверить свои возможности и установить личные спортивные рекорды. Уже с 79 года, с 8 лет своей сознательной жизни занимаюсь физкультурой, поэтому День физкультурника мы уже который год проводится, который год участвуем. Не первый, третий год подряд сдаю норму ГТО, в прошлом году золотой значок, то есть никаких вопросов. Готов к труду и обороне, как обычно. Начался день физкультурника с торжественного парада и массовой разминки, которую провел мастер спорта международного класса по летнему полиатлону. После все участники разошлись по местам тестирования ГТО. Каждый мог попробовать свои силы в выполнении от 1 до 7 испытаний комплекса. Бег на 100 метров, прыжок в длину с места, тест на пресс, подтягивание, рывок гири 16 килограммов или отжимания, гибкость. Действительно, ГТО сейчас на пике, потому что каждый хочет попробовать свои силы и попробовать себя, и кто-то уже даже улучшает результат, повторяя свои успехи на определенных видах испытаний. Владимир Кауров занимается спортом уже не один десяток лет. И день физкультурника для него просто хорошая возможность в очередной раз проверить себя. За первые полчаса праздника Владимир успел успешно сдать несколько нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Сдал бег на 60 метров. В общем, результат положительный. Вот, я ожидал, конечно, получше, но, в принципе, я вписался в норматив. Вот. Сдал подъем гири 16 килограмм и на пресс сдал упражнение пока. Значение физической культуры и спорта в жизни любого человека трудно переоценить. Спорт совершенствует не только тело, но и дух. Воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю, считает Владимир Кауров. Это очень правильно, потому что раньше было движение. Это в последнее время немножко подзабыто, и сейчас вот оно восстанавливается, готов к труду и обороне. Это здорово, вот. Надо его поддерживать, среди молодежи особенно, чтобы поменьше сидели дома, побольше были на улице, занимались спортом, вели здоровый образ жизни. В Дне физкультурника приняли участие более 600 жителей нашего города. И даже моросящий дождь и холодный ветер не смогли испортить праздник. Мария Рунич, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Команда «Терем» – чемпион прошлогоднего турнира Кубка города среди команд Сарова. Спортсмены надеются повторить свой успех и в этом году. И пока занимают лидирующую позицию в чемпионате. На Куб всегда обычно зрелищные игры проходят. И очень часто они бывают непредсказуемы в сравнении с играми чемпионата. Бывает иногда, очень часто в кубковых играх, что команда, которая идет аутсайдером, выигрывает у фаворита. Надеюсь, сегодня это не произойдет. С начала матча команды боролись на равных, но к концу первого тайма «Терему» удалось завладеть преимуществом и отправить в ворота «Вымпела» первый гол. На перерыв команды ушли со счетом 1-0. Впрочем, это сломило дух «Вымпелцев». Хочется, чтобы мы побольше забивали, чем пропускали. Реализации не хватает, то есть моментами. То есть иногда не хватает забить вовремя нужный гол, чтобы игра по другому сценарию пошла. Во втором тайме игроки «Терема» не только сохранили, но и усилили лидерство. Сравнять счет и вырваться вперед «Вымпелу» так и не удалось. Игра закончилась со счетом 2-0 в пользу «Терема». Кубок города у нас традиционный, как и чемпионат города, проводит 71 раз. Отличие кубка, там команда играет на вылет по одной игре. Проигравшая команда, соответственно, отсеивается и больше дальше не продолжает свое участие. В этом году в чемпионате Кубка города приняли участие 14 команд. Финальные игры пройдут в середине октября. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Хоккейный клуб «Саров-Инвест» ежегодно проводит матчи со своими младшими товарищами из юношеской сборной «Ракета». В преддверии сезона это хорошая возможность проверить уровень подготовки своих игроков. В этот раз товарищескую встречу приурочили ко дню физкультурника. В этом году мы решили, что стоит привлечь общественность, чтобы пришел народ, посмотрел, полюбовался тем, что у нас есть. Так как в будущем году высшей хоккейной лиги в городе Саров, к сожалению, не будет. Первый период прошел напряженно и динамично. Хоккеисты поочередно атаковали ворота друг друга. Но нападающие не смогли пробить защиту соперников. Вратари обеих команд отражали все удары по своим воротам. Несмотря на численные преимущества молодежной сборной, спортсмены «Саров-Инвеста» не дали им выбиться в лидеры. В
Второй период начался с серии атак игроками «Ракеты». К середине игры хоккеисты детской и юношеской спортивной школы вели в счете. Тренировочный процесс у «Ракеты» начался несколько недель назад. Спортсмены готовятся к первенству России среди команд юниорской хоккейной лиги. Скажу честно, у нас, скажем, физически возможности нет за юношами успевать. Повторюсь, у них уже и сборы идут, да, мы еще только пару раз только на лед выходили, поэтому... Ну, пока нам тяжелее, реально. Любительская команда «Саров Инвест» участвовала в матче не в полном составе. По ряду причин не все игроки смогли выйти на лед. Полноценный тренировочный процесс хоккеиста начнут через несколько дней. У нас кто в отпусках, кто, скажем так, на рабочих местах, поэтому мы еще пока толком не приступили к подготовке сезона. Игра закончилась со счетом 5-3 в пользу юных спортсменов «Ракеты». Тренеры оценили действия своих подопечных во время матча как удовлетворительные. У хоккеистов «Саров Инвеста» будет возможность взять реванш. В следующий раз они встретятся на льду в начале сентября. Точное время и дату сообщат дополнительно. Елена Грискова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров 24». Олеся Рябова занимается спортом с детства. В Саров девушка приехала больше 2 лет назад и стала преподавать чирлидинг в спортивной школе ИКАР. К ней на занятия ходят девочки от 6 до 14 лет. Вместе со своими воспитанницами Олеся выступает на различных городских мероприятиях, показывая яркие зажигательные номера и знакомя горожан с этим видом спорта. Чирлидинг сочетает в себя акробатику, гимнастику и танцевальные движения. То есть с девочками мы растягиваемся, учимся танцам и акробатики, то есть выполняем движения различной сложности и сложно-координационные. Конкурс «Леди спорт» проводился в регионе первый раз. Принять в нем участие Олеся согласилась, не раздумывая. Конкурс состоял из 3 этапов. Жюри проверяло теоретические знания, спортивную подготовку и творческие способности участниц. Также нужно было показать номер, который участники готовили дома. Олеся Рябова справилась со всеми заданиями и сумела опередить своих конкуренток, тренеров из других городов региона. Нет слов. Ты просто стоишь и не понимаешь, что происходит. На тебя одевают эту корону, ленту, ты стоишь такой, не понимаешь, как. Ты вроде бы верила, но сильно не обольщалась, потому что мне видно потом было. Олеся получила специальную ленту, победительницы конкурса, корону и ценные подарки от организаторов. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров 24». С самого детства Марьяна Кузина не сидит на месте. В жизни девочки много увлечений – театр, волонтерство, журналистика, танцы, участие в различных конкурсах. Именно активная жизненная позиция и общественная работа помогли Марьяне пройти конкурсный отбор на специальный рейс на Северный полюс. Я жду, что будет невероятно интересно, так как у нас будет насыщенная программа. Даже не будет времени на сон. Также я получу много опыта в общении с интересными людьми, также с такими же активистами, детьми, которые тоже едут на ледоколе этом. Поездка на Северный полюс – мечта для многих людей. Лишь некоторым довелось побывать в этом особенном месте, своими глазами увидеть мерцающие льды и бескрайние северные просторы. Этот рейс – уникальный шанс, который нельзя упускать, считают родители Марьяны. Узнав о победе девочки, они долго не могли в это поверить. Не представляю, как это. Северный полюс – это же так далеко, это же лед. И вообще, что там делать, ну это же увидеть, побывать. Тут же позвонила Максиму, он был на работе, но, по-моему, он был очень рад и тоже не особо поверил. Да, сначала, конечно, не поверил, решил, ну, показалось. Всего в плавание отправится 68 детей. Марьяна рассказала, что на корабле будет ее знакомый из Армении. Ребята узнают об истории атомного ледокольного флота, о нужных на ледоколе профессиях, о проблемах сохранения Арктики и смогут творчески освоить полученные знания. У нас будет постановка спектакля, у нас будут какие-то решения метапредменных олимпиад даже, возможно. У нас будет постановка флешмоба на самом Северном полюсе. В преддверии поездки Марьяны ее родители встретились с главой администрации. Алексей Голубев вручил девочке флаг Сарова, который она обещала водрузить на Северном полюсе. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров 24».